Ну что, новые съемки, новые серии. Полицейские проводят проверку после выходки блогеров, которые перекрыли Новый Арбат. Любишь Инстаграм, басы и Кока-Кула, лай-лай. Назначено наказание в виде административного ареста срок на 10 суток. Еду в Магадан. Этот парень намутил хуйни. Естественно, попал ко мне на шоу. Ты держись, тебе пиздец. Смелый ты здесь! Я за то, чтобы закон был, чтобы тебя сразу, понимаешь, или на зону, или пристрелили нахер! Ну на кого ты это шпак? А у нас охрана есть сегодня? Я туда не пойду! Карина, я не пойду! Беги! Нужно разъебать по полной всех блогеров. Да пошел ты нахер! Меня держали в СИЗО на домашнем аресте незаконно. Каналы стали нас травить. Они выставили нас уродами. Ради хайпа хуярят хуйню какую-то. Ты не знаешь, что это, но я тебе даю гарантию, что 3 миллиона просмотров ты наберешь. Чида, долбоебовые глаза. Они хотят убить Билла.